На прилавках алматинских супермаркетов сегодня можно купить почти любой товар. Главное, чтобы в кошельке не ветер гулял. Правда, чтобы среди этого изобилия найти продукты питания отечественной марки, придется приложить усилия. Здесь все сделано где угодно, но только не в Казахстане. Импорт правит бал. Поддерживаем отечественного производителя, но в то же время и, конечно, импорт. Молоко, домик в деревне, лактель. Вот он, молоко. Домик в деревне. Домик в деревне, да? Такое положение дел напрямую противоречит всем декларативным заявлениям власти. Глава самого крупного города страны Алматы вынужден подводить такие итоги своей ударной пятилетки. Емкость продовольственного рынка Алматы за 5 лет увеличилась с 2 до 3 миллиардов долларов. А настолько ли выросло обеспечение Алматы продовольствием? На долю импортных продуктов приходится порядка 60% рынка молочной, 30% мясной и около 40% плодоовощной продукции. Последние 10 лет Зейнепкуль Аманова продает фрукты. Она рассказывает о казахстанском содержании на рынке витаминов. Мандарины у нас китайские, узбекские помидоры у нас, виноград узбекский у нас, хурма тоже узбекская, яблоки вот наши, казахстанские, и все наше казахстанское, больше ничего нету. Для обеспечения продовольственной безопасности жителей Алматы выделено 32 миллиарда долларов. Это говорит первый вице-премьер Бахыджан Сагынтаев. Но ощутимых результатов нет. И судя по работе правительства, ситуацию в ближайшие годы никак не исправить.